Путешествующая компания. Мы уже прошли все контроли, уже я иду, ищу свой выход. У меня там сзади толпа моих девочек идет. Так что сейчас я найду выход. И, честно, единственное желание, которое у меня сейчас есть, это сесть, поесть и попить. И все, и спать немножко, потому что сейчас 8 утра. Нева. У меня какое-то мега спокойное настроение и состояние. Я так хожу, смотрю. Потихонечку. Скоро кушать будем. Наш ресторан, в котором проходил обед в первый день. Вот как раз мы сейчас к нему подходим и покажу вам его внутри. Вот так он выглядел внутри. Достаточно уютный, комфортный, вкусный. Как оказалось потом, это один из ресторанов Новикова. Поэтому неудивительно, что он был очень комфортный и вкусный.
приехали на Дворцовую площадь. Сейчас мы пойдем в Эрмитаж. Я пойду в Эрмитаж первый раз в жизни. За 26 лет я первый раз пойду в Эрмитаж. Вообще, вот, ну, ни в одном из залов ни разу не была. Вообще не выходила. Как-то мне было это не очень интересно. Плюс меня вообще интерес к таким каким-то культурным местам не то, что прям очень большой. Поэтому, ну, не сложилось. Но рано или поздно это должно было произойти. Так что идем в Эрмитаж. Вообще идем в Эрмитаж. Передайте привет моим подписчикам. Привет твоим подписчикам. Помашите ручками. А тем сказали что-то, нам ничего не сказали. Мне ничего не сказали. Через полчаса сгорает контроль. Так, мы зашли на территорию Эрмитажа. Короче, мы идем в Эрмитаж. У нас есть билет. Пока что мне не запретили снимать. У меня есть на эту тему вопросики. В билете на эту тему тоже ничего не написано. Я надеюсь, что можно. Короче, в Эрмитаже можно потеряться, но вы посмотрите на эти, вообще, на эти виды, на эти фоточки. Просто вот сейчас вот я здесь вставлю. Посмотрите на эти фоточки, на эти залы. Это просто вообще, блин. Я вот реально первый раз в жизни была, и я, честно говоря, представляла меньше. Я представляла, ну там были залы, которые не очень интересные, были залы, которые, ну, прям классные. Вот, которые прям классные. Я вот все здесь сфоткала, подснимала. Мне вообще очень понравились именно вот эти залы, там, где хрустальные люстры, красивые светлые тона, белые, золотые. Ну, в общем, я поняла, что мне нравится вот этот стиль. И в целом, на самом деле, есть что посмотреть. Мы очень быстро прошли. То есть нам в каждом зале буквально рассказывали, что за залы, вообще какую-то мини-историю. А для меня это даже очень даже достаточно. Как бы уже говорила, что я не любитель прям каких-то подробностей. Но я вот честно под впечатлением. Так что даже как человек, который не сильно интересуется искусством, могу очень сильно рекомендовать и советовать сходить всем, кто приезжает в Питер, в Эрмитаж. Сейчас мы идем в автобус и наконец-таки поедем в отель заселяться. Вот, посмотрим, что у нас там за номер, отдохнем чуть-чуть, а потом вроде как собираемся пойти куда-то погулять. Такой вот мини-рум-тур. Вот такая вот комната. Вот такая. Небольшая комнатка. Здесь стол, кровати, телевизор. Там двор в окне. Ничего особо интересного.
И вот такая маленькая, уютненькая ванночка. Все очень светлое, красивое. Будем заселяться. Сейчас подожди. Можно здесь перейти? Да. Там через Казанский пройти вот так, ну чтобы просто смотреть хотя бы. Там будет народу, но цель какая-то толпа. Ну, хотя бы пройти в А теперь начинаются вечерние ночи и прогулки по Питеру. Мы идем в парк или типа того. Ну, в общем, я так поняла, у нас сегодня целых два по плану. Посмотрим, что там будет. Я предвкушаю что-то интересное и веселое. Наконец-то какая-то интересная движуха. Я нашла еще одно место, которое я хочу сходить. Мы сейчас вышли из бара, в котором мы были. Я зарядила телефон. И сейчас мы идем в бар, в который я давно хотела сходить. Называется «Лаборатория». Там подают, готовят коктейли и всякий алкоголь в пробирках. Мы сходили в бар с пробирками. Было прикольно, там было весело, мне понравилось. И я даже спела песенку. Не то чтобы, ну, как-то сильно мы выпили много, нет, нормально. Просто, ну, сама атмосфера прикольная. Ты вот ходишь по Питеру ночью. При этом, ну, не сильно жарко, вообще не жарко, ну, то есть, как бы, сейчас, по-моему, около плюс одного нуля. Ну, вообще не холодно. Очень комфортная погода, нет ветра, что удивительно для Питера. Вот мы сейчас идем где-то просто по каким-то улочкам. Вон, я впереди вижу Невский. Я, короче, не могу передать, но это какой-то прям, не знаю, какой-то детский восторг. Что ты делаешь что-то необычное, что ты раньше не делал, что у тебя происходит в жизни что-то новое. Тебе от этого как-то хорошо. Вот. Так что такой вот первый день у нас в Питере. Я думаю, что больше я сегодня снимать не буду. Спасибо, что смотрели именно этот день. Не переключайтесь. Завтра следующий день, мы здесь на 3 дня. Ну, на 2,5. Так что до завтра. Мы собрались нашей дружбой толпой на второй день. И сейчас мы ждем всех и поедем в Царское сельское село. Ехать туда, насколько я понимаю, минут 40. Я там ни разу тоже не была. У меня вообще эта поездка в Питер, она вся впервые, все, что я вижу. Вот. Так что я тихонечко попила в номере чаек, мне принесли покушать, потому что на завтрак я что-то не захотела пойти. Так что у меня утро прошло спокойно и прикольно. Макет первоначального дворца до его перестройки. Залы вообще очень красивые, и они делятся как на несколько прихожих. Вот этот зал — это один из последних залов, таких уже даже основной уже зал. А до этого идет несколько прихожих, в которых тоже все расписано, разукрашено, но они идут как бы по нарастающей, по помпезности.
вот и та самая знаменитая янтарная комната. Она находится здесь, в Царском селе. К сожалению, она почти полностью отреставрирована и сделана уже из новых материалов. Она была разграблена во время войны. Но, тем не менее, она все еще очень красиво и эффектно смотрится. Вот здесь, кстати, зал, где на две персоны этот стол накрыт, на секундочку. Обеденный зал. Вечером сегодня не идти по каким-то барам и так далее. И я вспомнила, что есть место, где мне так всегда нравилось, и здесь так спокойно, и здесь немножко другая атмосфера Питера, более такая новая. В общем, я приехала сюда. Здесь вообще мне так спокойно, так хорошо погулять. Сейчас я представляю, какая будет огромная очередь в метро. Но зато в центре внимания, в центре событий Питера. Вчера я легла рано, я вчера ничего не пила, не знаю вообще, что это такое. Я выспалась, я себя хорошо чувствую, я сейчас сижу на завтраке. А учитывая, что мы вчера рано легли и ничего не пили, у меня сегодня хорошее настроение, я сегодня успеваю на завтрак. Ну что, вот так выглядит сегодняшний мой завтрак. Сейчас позавтракаем и поедем на экскурсию. А так как мы после экскурсии уже не возвращаемся в отель, я собираю вещички свои и вместе со своим рюкзаком выдвигаюсь на экскурсию. Мы поехали на экскурсию по дворцам Санкт-Петербурга. Это уже второй дворец, в который мы приехали. Это Анечкин дворец. Первым мы были в дворце Павла. Вот. И сейчас вот поедем дальше. Вообще по плану дня. Сейчас экскурсия со всеми этими дворцами. Потом Петропавловская крепость. Потом мы обедаем. И заканчивается вся эта программа примерно в 4 часа. А Сапсан у меня в 7, поэтому мне еще полдня надо будет придумывать себе какое-то занятие. Может быть, куда-то сходить, не знаю, попить, ну, в общем. Так что день будет длинный. И да, еду я обратно не в самолете, еду я обратно на Сапсане. Я давно не каталась на поездах, поэтому выбрала такой вариант. Вот.
Петропавловской крепости. И слушаем опять наушник, как было в Баку с экскурсией. Погода сегодня просто волшебная. Самая лучшая погода, которая могла быть для пешеходной экскурсии. Вообще кайф. Очков только не хватает, а так кайф. Тюрьма того времени, вот показана камера, один из вариантов. А вот камера, второй вариант, который был. И выход, ворота смерти, так они назывались, потому что здесь сажали заключенных уже на паромы, на лодки, вот, которые шли, как правило, на каторгу, либо на казнь. Но с него открывается, с них открывается очень красивый вид. Получились очень вообще прям классные, офигенные. Всем очень понравилось. Уже все там отписались в чате, благодарили все нашего гида. Короче, слов нет, одни эмоции.